Доски, трубы, стройматериалы, куски полиэтилена и другой строительный и бытовой мусор – не самый лучший ландшафтный дизайн городской среды. Строительный участок по улице Тургенева напротив Восточного рынка выглядит непрезентабельно. Специалисты управления муниципального контроля регулярно совершают объезд города-курорта и выявляют подобные объекты. В ходе осуществления сотрудниками управления муниципального земельного контроля выявлен земельный участок, который находится в антисанитарном состоянии, захламлен бытовыми и строительными отходами. Ограждение участка находится в ненадлежащем состоянии. То есть, как вы видите, забор покосился, не покрашен. Будет составлен административный протокол по закону Краснодарского края. С прибывшим на место представителем собственника земельного участка проведена профилактическая беседа. Штраф за нарушение составит от 300 до 2500 рублей. Мусор обещали вывести и забор исправить. Город готовится к новогодним праздникам. Всем собственникам стоит обратить внимание на свои участки и привести их в порядок, чтобы город встречал Новый год во всей красе, чистым и опрятным.